Вчера звезда папиных дочек отпраздновала свое 35-летие. По иронии судьбы, в этот же день отметила личный праздник и ее соперница Агата Муцениеце. Как оказалось, у Мирославы Карпович и Агаты Муцениеце день рождения в один и тот же день. Разве что Мирослава старше бывшей жены Прилучного на 3 года. Впрочем, это никак не помешало Мирославе Карпович получить удовольствие от юбилея, ведь возлюбленный преподнес ей романтические сюрпризы. 1 марта Мирослава Карпович получала подарки от близких и друзей. В сторис Инстаграм актриса похвасталась огромной связкой воздушных шаров, на которых красовались поздравления. Но самый необычный сюрприз ей преподнес ее возлюбленный – актер Павел Прилучный. С утра актрису ждал завтрак в уютном ресторане под живое выступление оркестра. Праздничный стол был украшен лепестками роз, свечами и гирляндами. Мирослава была в восторге и призналась, что чувствует себя особенно счастливой. Затем виновницу торжества ждала прогулка на вертолете. С высоты птичьего полета актриса увидела надпись на снегу: «Мирус, с днем рождения! Прилучший волшебник!» – написала она у себя в Инстаграм, намеренно обозначив ошибку. Агата же отпраздновала свой день рождения скромнее, с друзьями в кафе. Моя коша. Happy birthday, dear Agatha. Happy birthday to you. Вечером Агату Муцениеце дома ждали дети с большой праздничной коробкой и цветами. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ой, какая красота! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения тебя! Мои беззубики! Люблю вас! Спасибо! Тимоша, ну какова красота! И что это там такое? Доставайте, показывайте. Там подушки. Вау! И что там? Открывай! Зай, мне руки заняты. Давай, открой мне. Это от группы, я уже поняла. Ну, Миюша. Закрыла. Закрыла. Открываю. Ага. Какая кружка. Будешь кофе пить. Ой, спасибо, Миюша. Спасибо, моя хорошая. Вау! Миюша. И там еще и подарки внутри. Вау! Друзья. Смотрите, там та-да-тан-тан, тан-та-да-тан.